Рикошет опять опасно. Смотрите уже, сколько вот таких вот набросов. И тут щелчок. Это 1-0. Счет в матче открыт. Эмма Нордин забивает вот таким вот щелчком в касание. 1-0 Ванке. Шведская хоккеистка открывает счет в этом матче. Кстати, единственная шведка на две команды. Ну вот как эта атака развивалась. Там, в принципе, шайба и до этого могла скачать в ворота Волковой. Ну, не с первого раза, так со второго. Микела Кава сделала...